В Щелковском районе продолжается ремонт дорог. Более 3000 квадратных метров асфальта отремонтировано на улице Мелиоратора в Щелкове. На данный момент большая часть дороги уже заасфальтирована. Общий объем работ составит порядка 5000 квадратных метров. Ремонт планируют завершить до конца недели. Местные жители отметили положительные перемены, однако попросили также учесть и вопросы безопасности. Очень рады мы этой дороге, давно нам ее не хватало здесь, все вот эти выбоины, буины, но остались несколько проблем. Здесь они носятся, особенно в вечернее время. Вы хотите сказать, что необходимо сделать лежащие полицейские, да. При комиссии выносить и устанавливать 4 штуки. Алексей Валов отметил, что ремонтные работы в целом продвигаются эффективно, но также необходимо решить проблему водоотведения. Эффективно достаточно, довольно профессионально и качество работы высокое. Плюс я дал указание выполнить необходимые работы по отводу поверхностных вод от дороги, чтобы проделали водоотводные каналы, позволяющие воде не застаиваться на самом дорожном полотне. Этим летом в Щелковском районе планируют отремонтировать более 140 тысяч квадратных метров дорог. В городе Щелково после улицы Мелиораторов ремонтные работы переместятся на площадь Ленина. Затем ремонт затронет улицы Комарова, Шмидта, Пушкина и Краснознаменскую.